Женщина идет, смотрит, мужик на мосту стоит, значит, булыжник такой на шею повесил. Она говорит: мужчина, стойте! Подбегает к нему, она говорит: женщина, не отговаривайте меня, я решил покончить жизнь самоубийством, значит, я это сделаю. Говорит: не-не, я не буду вас отговаривать, котят возьмите. Песков заходит в кабинет Путину и говорит: Владимир Владимирович, тут хохлы пришли, что они хотят? Просят политическое уебище. Может быть, убежище? Не-не, они за Януковичем пришли. Первая новобрачная ночь, Фима с Цилей, все как положено, закончили свой процесс. Фима вдруг к Циле поворачивается, говорит: Циля, секундочку, ты же мне сказала, что ты девственница. Говорит: да? Когда? Ну как, когда мы начали встречаться. Серьезно? Как, конечно, серьезно. Что ты говоришь, так неудобно. А вы подписаны на анекдоты от А до Я, а? Приходит молодой парень в аптеку и говорит: дайте мне, пожалуйста, один презерватив. Аптекарь говорит: а чего один? Говорит: ну, понимаете, я первый раз иду на свидание к девушке, ну, как-то я думаю, что... Хотя, вы знаете, у нее сестра такая симпатичная, вы, наверное, правы, дайте два. А нет, она говорила, что мама у нее очень красивая. Мало ли, как там получится, давайте три. Ну, тот дал три презерватива, тот приходит вечером к девушке своей, сидит молча, красный весь. Ну, покушали, она его заводит в комнату, говорит: что-то я не поняла, ты всегда такой веселый, а тут сидишь, слова ни одного не сказал. Ага, не сказал, я же не знал, что твой папа аптекарь. Фима с Розой пошли в кинотеатр на Подоле «Жовтень». Зашли в кинотеатр, взяли билеты и уже заходят до зала, а тут такой буфет, и до них продавщица обращается: вы идете в кино, возьмите даме цветы. Говорит: зачем ей тут у кинотеатра цветы? Хорошо, не надо цветы, успокойтесь, водите, водички возьмите. Говорит: зачем ей вода? Ну хорошо, пусть хоть кофе попьет, она не любит кофе. Ой, хорошо, у нас свежий попкорн, она тоже этого не хочет. Ой, идите, идите уже, смотрите, там убийца-шофер. Анекдоты от А до Я. Подписывайтесь на наш контент, будет весело. Ага, за такая червоная пимпочка вот там внизу. Обхохочется.